Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. И с вашего позволения продолжу вас знакомить с своей коллекцией афоризмов и цитат. Также хотел бы акцентировать внимание на одной детали. По-прежнему в нашем разговоре доминируют афоризмы и цитаты Сергея Лукьяненко. Первый афоризм я, наверное, лучше зачитаю. «Я не могу опровергнуть твои допущения, но это смертельный путь. Мне известны две расы, погибшие в результате утраты веры в реальность Вселенной. Труднее всего спорить с подозрениями, когда они абсолютно беспочвенны. У доверия не бывает уровней. Наглеть вредно. Совершать глупости неприступно, а вот не доводить их до конца – преступление. Плоть хрупка, слишком хрупка для силы, которой ей приходится вмещать. Отбирая чужую жизнь, будь готов отдать свою. Раса, не знающая страха, умирает. Страшен, наверное, мир, где родителям предпочитают учителей». Следующую опять зачитаю. «Они все дети, которых когда-то обделили теплом. Одиночки, привыкшие верить, что имеют друзей. Несчастные, неуверенные в себе личности, готовые повторять. Единство – наша сила. Мы дружная семья». Следующую тоже зачитаю. «Люди, разговаривающие сами с собой, всегда внушали мне странную, замешанную на жалости симпатию. От хорошей жизни не будешь искать собеседника в себе. Страшно это собеседник, беспощадный. Мы научились, давно научились поступать так, как надо, а не так, как хочется. И в этом обрели свою истинную свободу. Поступать так, как хочется, и есть подлинное рабство. Разум, не способный поверить в себя, довольствующийся игрой во всемогущество, недостоин жалости. Боги не снисходят на людей. А мертвым очень трудно спорить с живыми. Нельзя верить, что старшее поколение мудры и что молодое поколение не предвзяты. Убить человека, с которым разговариваешь, не так-то легко. Ей вдруг показалось, что единственный способ угомонить парня – отдастся ему. Возможно, это будет не так утомительно. Первую 1000 смертей довольно интересно наблюдать. Потом понимаешь, все они похожи друг на друга. Следующую тоже зачитаю. «Я уже не смог стать ребенком, это чувствовали все. Таких детей любят родители, но у них нет друзей». На этом сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках?